17 марта в 18:30 Центр классической музыки приглашает на весенний концерт солистов Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Он называется «Барабаны гремите, а трубы ревите». Первым произведением вечера станет «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина для струнных и ударных, которую исполнит ансамбль ударных инструментов под руководством Александра Питаева. Концерт продолжит элегия для кларнета и струнного оркестра, написанная современным композитором Кириллом Уманским. Следующие два сочинения – «Анданте» из симфонии номер 5 для валторны с оркестром Феликса Мендельсона и соната для флейты и оркестра «Автор Фрэнсис Пуленг» прозвучат в исполнении Павла Корнилова и Василисы Маркиной, самых юных артистов губернаторского симфонического и городского духового оркестров. Завершится вечер большой русской фантазией для трубы с оркестром «Леви» и вариациями на тему венецианского карнавала Жана Батиста Арбана. Партию трубы исполнит Сергей Трусов, солист обоих оркестров, педагог музыкальной школы и колледжа.